Сегодня я хочу рассказать вам о потрясающем креме, который я купила за копейки в самом обычном супермаркете. Это крем Геронтол. Цена на него может меняться в зависимости от магазина. Самое дешевое, что мне попадалось, это 56 рублей. Самое дорогое – 80. Этот флакончик я купила за 65 рублей. Геронтол – это питательный крем для сухой кожи. Он смягчает, увлажняет, питает, уменьшает мимические морщины. Вообще, изначально я планировала его применять для восстановления кожи рук, но рискнула использовать на лицо и была приятно удивлена. Давайте посмотрим на состав крема. Для многих это важно. При сухой коже геронтол можно использовать утром и вечером ежедневно, нанося средство на очищенную кожу лица. Как правильно его наносить, чтобы лицо не блестело, я расскажу чуть позже. При нормальной коже можно использовать геронтол только вечером, нанося крем за 2 часа до сна на очищенное лицо. При жирной коже, как у меня, я бы советовала вам использовать геронтол как шикарную питательную омолаживающую маску. Чтобы не забивались поры и не появлялись прыщи, крем я наношу специальным образом. Выдавливаю несколько капель крема на пальцы, распределяю равномерно и похлопывающими движениями осторожно вбиваю в кожу лица. Можно наносить крем и на область вокруг глаз. Чтобы не оставался липкий жирный блеск, много крема вбивать не нужно. Делаем такую маску за 2 часа до сна, а перед сном можно немного промокнуть лицо бумажной салфеткой, если это потребуется. Смывать крем с лица не надо. Мне при моей жирной коже достаточно одной такой маски в неделю. Это сейчас, летом. Зимой я буду делать такую маску 2 раза в неделю. Кожа после этого крема меня радует своей мягкостью. Она выглядит напитанной, увлажненной, очень нежной, упругой, холеной. Морщинки не так заметны. Девочки, если крем просто размазывать по лицу, могут забиться поры, появятся прыщи, а область вокруг глаз может покраснеть. Поэтому старайтесь аккуратно вбивать крем в кожу и не брать слишком много средства, ведь все хорошо в меру. Также перед первым применением геронтола советую вам провести тест на аллергию на сгибе локтя, на всякий случай. Знали ли вы об этом бюджетном креме? Обязательно пишите об этом в комментариях. Выбирайте тот способ применения геронтола, который больше подходит вам по типу кожи, и обязательно пробуйте применять. Думаю, вы останетесь довольны. К тому же цена у этого невероятного крема просто смешная. Если эта информация была для вас полезна, дайте мне знать своими оценками. Подписывайтесь на мой канал Позитив.мм, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!